И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Мы на подмосковном озерце. Приехал покивать на кивочек. Может быть, ротанечка. А может быть, карасик будет. Я так надеюсь, что будет. Погода прелесть. Ну, оставайтесь с нами. Надеюсь, будет интересно. Опа! Есть контакт? Здрасте, спасибо. По чинам. Давненько я вас не ловил. Я думаю, сейчас пойдет дело. Нет, маловат какой-то. Маловат. Давайте нам большого. Вот ты. Во, это уже побольше. Ну-ка, эх ты. Ушел, ну ничего. Главное что? Главное не клюют. Распугал. Наш размерчик. Ага. Бандит. Наш размерчик. Все с одного места. Поехали дальше. Ух ты. Как прижал. Молодец. Молодец. Хорош. Вот. Иди сюда. Иди сюда. Вот за вами я приехал. О, какой. Класс. Класс. Я рад. Еще один. Что-то меня катушку барахлит. И такое бывает. Это от того, что лень перевязать мормышку. Крючок маленький. Иди сюда, иди. Иди сюда. Барбос.
Убег. Ротан такая чудовищная рыба, что срывается и стоит на месте. Опускаешь, она опять клюет. Это 90% бывает так. Это был карась. Ушел. Ну, как говорится, первый карась у нас ком. Кома. У кого, блин, ком? А у нас карась. Кома. Лучше бы я его не видел. Да. Поставил мормочек побольше. О, какой барин. Да, осторожничал. Трех червей меня сожрал. Ну, барин. Красавчик. Здрасте, спасибо. Ну-ка, может, он там не один был? Нет. Есть. Ух ты! И выпрыгнул, и сорвался. Бандит. Красавцы. Красавцы. Один хорошо другого. Ух. Да, страшило. Ну что, я сегодня с рыбалочкой доволен. Балдеть. Кажется, я давно не отрывался по ротанам. Таким хорошим, тем более. Давно я сюда собирался. Кто в теме знает, куда я давно собирался и понял, где я. А кто не в теме, извините, не скажу я. Рыболовные места я говорить больше не буду. Не в защите. Я не знаю, видно по клюшке или нет на камеру на это. Но нужно пора снимать. Боюсь его утопить. Стою в воде выше колен почти. Так что боюсь. Эх ты. Сейчас я тебя высажу. Сейчас. Давай, давай, заглатывай. Иди сюда. Ты говоришь купаться. Вода-то холодная. Проглотит. Дал я тебе заглотить, да? Ага. И все. И ты мой. Класс. С одного места их, да? Куда ходить? Сейчас попробовал сунуться. Силы очень много, тоньше, а тут не вылезешь потом. Да. Интересно, как выловишь. Все, по клюшке прошащается. Потом со временем опять туда подходит. То ли они успокаиваются, то ли они не стоят на месте, а подходят опять вот окно. Фиг его знает, кто в ему в голову залез.
Чё, давай здорово. За этим я сюда ехал. Красавчик. Длинный какой-то. Красавчик. Выскочил прямо с воды, с мормышкой. Бешеный. Карась плещется. Какой раз уже видел. А брать не хочет. Ротан не дает. Может быть. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, моя красота. Кабурный прям. Ага. Это какой-то вообще вытягивали, а? Переломный какой-то. Ого. Перелом позвонка и все равно клюет. Да. Все-таки на парика они не хотят. На червячка лучше отзываются. Ну да, всю жизнь на червячка отзывались. Какой нафиг опарик? Ну, давай еще одного. Рабочий тоже окошечек. Долго выкурить его отсюда надо. Нет у них такой злости. Может, ближе к осени будет. Да ладно, уже август кончается. Чипичка. И ведь не отцепится. И ведь не отцепится. Ага. Ну и чего? Рыба дня. Класс. Да, с берега здесь вариантов очень мало. Мудорезинка все берега уложил. На лодочке бы сюда забуриться. Бандюга. Убег. Ну-ка, попробуй его достать. Ага, он здесь. Вот. 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 Ехай, ехай. Да. Вот. В таком маленьком окошечке, такой большой рутанюга. Ух. Воистину рутанюга. Классный. Кусается, дурь. А еще есть? Давай еще. Такого же барбоса. Нет, но это не такой же. Но зачетный. Да. Вполне себе зачетный. Да, спасибо и таким. Хороший. Сейчас я тебя возьму. Не уходи. Не уходи. Но это не он. Это не он. Это рыба дня. Пока что да. Красава. Да, пока что рыба дня.
супер. О, два класса, да? Блин, вот вы меня сегодня радуете. Красавчик. Я бы не сказал, что мелкий. Все мелкие. Ты, Алексей Юрьевич, сожрался уже. Ага. Хороший. Ротанюга. Зажрался. Напал на рассадник. Один за одним прям. С одного места. Классненько. Да, очень мало поступов, не зайти. Стою вон в забрудниках, а дальше прям шагаешь и прям уходишь, а тут ногу не вытащишь. Делом все затянуто. Да, трава называется это мудорезник. Ага, ну потому что она так называется, да. Острая надо ужаса. А такие вот. Ага. Кактусы. С шипами. Ой, ужас. О, укололся. О, красотень. Вот она мигрирует. Куда ветер нагонит, там она и сидит. Завтра может ветер отсюда поменяться и будет берег чистый. Надо угадать и приехать. Если у меня на примете еще одно зерцо, даст Бог, навещу его на днях. Да, как получится. Походил, побродил, вернулся на начальную позицию. Откуда начинал? Расстаньте. Я вот еще катается. На заглатывай. Заглатывай, давай, 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 давай. Иди сюда. Нет. Вторую попытку. Так. Давай, 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 давай. Я знаю, ты жадный. Давай, 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 давай. Эх, рыбий глаз. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Вот он. Просекли. Если не так, так подсечем порежь тебя. Ага. А то больно ты деловой. Заглотил? Молодец. Будет еще нам червей воровать. Ну-ка еще туда же. Ух ты! Повторить. Вы, ребята, азартные, я тоже. Повторить. Так. Заглатывай. Взял, держит. Давай, 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 давай. Вот так вот. Сиканем. Посильнее. Вы, ребята, азартные, я тоже. Иди сюда. Хорошая головешечка. Ага. Ух, радуйте у меня. Ха-ха. Закончилась моя ротаново-бычковая рыбалка. Не знаю, как правильно. Я рад до безумия. Как я долго сюда порывался попасть. Да, душу отвел я портанам. Спасибо, мои дорогие. Ух, как-нибудь я вас еще поутюжу.
На карасика хотелось бы. Да был сегодня карасик. Чё ж блеснул-то кто? Ротан так не блеснет. Так что будет карасик. Спасибо всем, кто был с нами. Сейчас пойдем улов посмотрим. Подписывайтесь на канал в YouTube, ставьте лайки и дизлайки. Нажимайте вот этот вот колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылки на группу будут под видео. Вылезаем. Улов смотреть. И вот они, головастики наши. О, ребята меня порадовали. Хорошие ртончики, ухо будет знатное. На Лёху больших мясную уху. Да, 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 тебя сам первого зажарил. Ну вот так вот, не знаю кому как, а мне по кайфу. До свидания.